это, получается, неделя заключительная, да? Да, уже все закончилось. Mm-hmm. Последние дни. Сегодня-завтра. Там дверь закрыли? А нет. Роман, ну, вопросы такие будут не какие-то там, как сказать, четкие, да, там. Мы просто будем разговаривать. Я даже хотел вам чаю налить, предложить, чтобы вы там чаю попили. Вот расческу держите в руках, какие ощущения? Ну, уже родной предмет. Уже за 2,5 месяца свыкся с таким предметом. Целыми днями в руках расчески. Я смотрю, уверенные движения. Ну да, попервые прям не знал. У меня все, я попервые вспоминаю, у меня попервые вообще из рук все валилось. Ножницы падали, расчески падали. Как фен там я не уронил с стримером, я просто не представляю. Попервые, да, тяжело было. Ну, сейчас тяжело, конечно, но уже уверенность есть, что надо делать. Есть понятие, что надо делать, более-менее хотя бы. Юрий как бы подсказал, хорошая школа, подсказали, хоть все рассказали, хоть более-менее хоть перестал где-то нервничать, перестал подходить к людям, бояться, что, что, как, какие-то вопросы в голове вот эти, уже есть осознанно, что надо делать, ну, как бы, конечно, надо опыт нарабатывать, конечно, много еще сейчас надо трудиться и еще раз трудиться, чтобы более-менее. А что в итоге вы получили, вот говорите, что, да, как бы, он говорит, что уверенность, да, какая-то появилась там, из чего она складывалась? Ну, это бесценный опыт, знания. Сейчас появилось само понятие, что, как, что делать. Так что, знания, самое главное, это знания. Осталось теперь только наработать опыт. Угу. А это чей у нас телефон? Это Гарри Аликевича. Если я можете пока что-нибудь рассказать? Хорошо? Хорошо. Да. На самом деле за 2,5 месяца в этой академии я приобрел, помимо знаний, еще очень много хороших друзей, знакомых. Все ребята молодцы, все подсказывали, волновались еще, когда все это узнал, что я еще неопытный, молодой, только, ну, как говорится, в этой профессии молодой пришел, все пытались помочь, подсказать, где-то какие-то нюансы. Сначала вот это само соревновательное, вот это, сначала ажиотаж, что это соревнование, а потом, ну, поняли, что это не степы, как у Юры все, соревноваться, там это, уже как-то все стали одной семьей, уже более стали мыслить по-другому. Какая-то вот, не было. Я хочу сказать, наша группа настолько все такие молодцы, ни зависти ни у кого, никаких такого, ничего не сложилось. За 2,5 месяца мы как стали одна большая семья. Вот. Скажу честно, мало таких друзей и знакомых сейчас, все хорошие. Юра нас всех поддерживал психологически, где-то выйдет, тумаков надает. Ну, Юра, как помимо преподавателя, еще и хороший психолог, где-то увидит, у кого-то руки опускаются, пойдет, заведет, отчитает, тумаков надает, вроде бы потом, как говорится, шоколад и пряник работает, кнут и пряник работает у Юры, где-то зайдет что-то это, где-то похвалит, подойдет, но меня хвалить нельзя, меня только похвалит, у меня сразу все из рук начинает падать, что-то я начинаю делать опять не то какое-то, ну, говорю, это все надо с опытом нарабатывать, конечно, так что, ну, тут, конечно, все попробовали. У нас первый курс, это пробный первый курс здесь. Нам, как Юра объяснил, говорит, мы на вас смотрим, что, конечно, знаний очень много. Опыт хотя бы хоть какой-то подходит. Я попервой вспоминаю, когда сушил в первый раз клиента феном. Я, бедный клиент, прям не знал, куда голову девать. Он там, я ему так нажег все. Вчера проходил практику, уже спокойно выставил прическу, то, что хотел. Какой-то... Да, где-то, может, я еще с персонализацией еще чуть-чуть, где-то побаиваюсь. Ну, а с другой стороны, уже понимаешь, что если все сделано, Юра подходит и так говорит, ну, что ты боишься? Ты возьми и сделай. Если
волосы не зубы, отрастут. Если что-то не так отпало, оно потом отрастет все равно. А ты уже на будущее у тебя останется в голове, что так нельзя делать, значит, надо сделать по-другому. Как бы, тут хорошая академия. Молодцы. Я говорю, много информации, конечно, Юра прям заваливает информацией, голова. Вечером приходишь, мы когда ехали сюда, что в Сочи сейчас вечером здесь отработаем потом, на море, отдых. Да какое море, какое, приходишь, голова квадратная. Во-первых, не как было заявлено там, с 10 до 7, каждый день, как только доходила такая серьезная отработка, каждый день мы в 9, в 10 отсюда уходить, я так вспоминаю, в 8 мы выходили и говорили, еще солнце светит, значит домой хорошо еще попасть. А так в 9-10, конечно, выходили уже все, темно, уже быстрее бы только домой попасть. Но зато знания, они что-то отпечаталось в голове, что-то... До чего-то мы еще дорастем, где-то оно еще найдет свое применение. Но, говорю, такой информации мало кто делится, мало кто... Эта информация мало где вот так распространяется, что на самом деле это... Люди годами нарабатывают этот опыт, а здесь, пожалуйста, на, вот тебе информация, пользуйся. От тебя требуется что? От тебя требуется выучить ее и понять, где ее применить. А понимание как бы приходит только с клиентами. Пришел клиент, вот тоже для меня пришел клиент, я его подстригаю, я понимаю, что думаю, да, вот здесь у него высокий рост волос, где-то... Вихор здесь, думаю, что мне с ним делать, как мне с ним быть. Раз-раз думаю, ага, надо сделать то. Здесь подвести эту. У нас не было понятия с этой окантовкой. Я вообще не понимал никогда, как эту окантовку. Ну, как бы были общие понятия, как эти разделения, эти проборы, что у каждого человека оказывается не как вот куча видео везде выложено, что вот берем здесь тянем, сюда, вот вытянуть. А как оно на самом деле на живом человеке выглядит? Люди все разные. А потом, когда практика на людях началась, и тут понимаешь, что, ё-моё, та информация, она ничего не дала. Здесь информация, когда тебе вот дали вот костная структура, ты по ней ориентируйся. Здесь все точки, все расставлено уже. Можно не смотреть, что ты делаешь, просто на ощупь руками. И как, так я говорю, таких нюансов прям много, такой информации нигде... Никто не дает. Вот в этом вопросе Юра молодец очень сильно. Он прям, и видно, что он прям болеет за свою команду. Вот я видел, как он, практика начинается, вот видишь, он ходит, психует, что-то нервничает, что, ну что, я вам месяц уже там вталдычивал, вы не понимаете, что... А приходят люди, и все волнуются, когда на живых клиентах отработка идет. Все начинают волноваться, что, где, как. Хотя люди, вот мы вообще нулевики, там, нас здесь несколько человек. Люди, которые со стажем по 20-30 лет, которые отработали, которые возле кресла простояли. И то люди как бы волновались, и то какие-то нюансы забывали. Под конец курса, позавчера у нас было практически экзамены. Я видел, что... На самом деле уровень очень поменялся. Мы так между собой ребятами разговариваем. Я вижу, что люди прям вообще мыслят по-другому, видят по-другому. Уже сам по себе стал замечать. Едем в автобусе, ну, как бы, здесь трое в Сочи. Так вечером возвращаешься домой, как бы полный автобус людей. И смотришь, кто как пострижен, у кого какая окантовка, кто как выглядит, думаешь, блин. Вот такие нюансы я никогда не задавался. Вот. Раньше было еще понятие вот эти барбер-салоны. Я всегда думал, блин, ну круто, запилили фейд такой. Ну все очень, блин, ну смотрится, ну красиво все. Там это. А сейчас, когда смотришь на эти работы, понимаешь, ты думаешь, блин, это как надо так изуродовать человека. Потому что, ну да, фейд красивый, все прям, это техника. Но как там, какие формы, люди, ну видишь, что люди как бы... Нет красоты, ни баланса, ничего, никакой там, ни каких-то ни окантовочных линий, ни каких-то там, думаешь, да как так, вы же парикмахеры, вы же. Здесь все это с самого начала, Юрий все это прям подготавливал, что показывал. Вот это золотое сечение, я вчера, правда, на экзамен на нем чуть не завалился, потому что я забыл само правило, но более-менее как бы само понятие осталось именно.
Это правило золотого сечения, когда смотришь на людей, думаешь, оно как-то уже, сказать честно, просто на подсознательном уровне уже как бы осталось. Уже приходит клиент, и ты думаешь, так, это так, так, здесь, так, световое пятно там, это здесь, это как бы сделать так, как убрать. Уже все равно голова по-другому работает. Как бы здесь за 2,5 месяца как бы мозги поправляют очень хорошо. Помимо того, что загружает еще кучу информации, еще и поправляешь. Как правильно. Да и если так, люди видели наши фотографии, кто что сделал, видят, чем отличается работа, когда пришел в парикмахерскую или когда пришел к мастеру. У нас как бы здесь не все мастера, конечно, догнали все. Ну, нет, все догнали, но все просто еще как бы догоняют, как это все применить. Для меня вообще как бы первогодки, ну, нулевика, для меня это еще, вообще, мне еще, вот говорю, надо хотя бы наработать, чтобы руки вообще просто работали. Чтобы они просто работали, вот самое главное, чтобы они работали. Ну, я говорю, по большей части у всех появилось видение, и все такое маленькое понятие о том, что о красоте, вот, перфекционизм, вот, скажем так, у нас, у некоторых людей он только начинает зарождаться, а есть группа лиц, которые прям реально прям болеют, они каждую работу, вот все экзаменационные вот эти работы, вот прям вот видишь, как они работают. Я видел, как вчера один человек, не буду говорить кто, то мы знаем, что она прям перфекционистка, она прям все, прям вот любит вылезать эту работу. Вчера пришел клиент, как она его прям вот каждую волосиночку убирала, она там прям с ним так долго работала, но человек вышел вообще в другом виде, прям вот. Это жалко, что не фотографировали уже так это, не было этой работы, как бы не сфотографировали до и после, но человек ушел, конечно. Такой работы у нас, и редко встречаешь такую работу, так что. Угу. Ром, я так понимаю, что ты полностью на себе ощутил все прелести, да? О, тут да, все опыты прошли на мне. Ну, я ничего не боялся, что мне бояться, пускай опыты на мне проводят. Колористика на мне была, причем несколько раз у меня тут, я каким-то только тут цветом не был, и обесцвеченный, и серый, и черный, какой только тут не ходил, и зеленый, под конец вообще зеленый ходил. Стрижки, само собой, на мне тут всякие разные выполняли, и сведения на ноль тут тоже. Приходил Андрей Живаев, показывал, у нас был в уроке хайр-тату, тут вся толпа прошли по мне тут бритвами по-всякому разному, и лозили, и резали, что только не пытались сделать. Ну, скажем так, у нас молодцы, все поняли эту тему, как бы рисунки можно делать, детям печатать там, вот все, кто, вот, обратите внимание там на экране потом, все, кто были на этом курсе, они все эту фишку поняли, все работают. И бритье я тут проходил, и тут и меня брили, и одни, и вторые, и третьи. Мне все, как ты не боишься, бритва, я говорю, а что бояться, ну они же не совсем глупые. Приезжали мастера, объясняли, показывали, ничего сложного нет. И в группе у нас тут есть рупият, я признаюсь честно, рука у человека. Если Дагестан нас смотрит, на бритье к ней, если так, она бреет выше любых похвал, прям не чувствуется. Вот у человека рука прям легкая, она этой бритвой прям... как будто как ложкой, ничего такого сложного, раз, все боялись, типа, когда Петр был здесь, все возле Петра, типа, Петр, показывай, Петр все показывал, все доходил, доходчиво, все. Петр уехал, кому? Мама Чоли, наша любимая рупият, все к рупият, ну показывай, рупият все и покажет, и объяснит. Ну, она такая, молодец, конечно, я говорю, да вот, что коснуться. Ну, под, конечно, не только под конец, меня здесь просто на ножницах состригли на лысо. Посмотреть, как это выглядит, что, ну, пожалуйста, чистенько, лучше любой машинки. Выбрили так, что аж, ну, и рост волос чувствуется сразу. Или после машинки ходишь лысый, или тут только вот забрили, я прям чувствую, как идет легкая рука у Лейлы. Лейла нет, сводила на ноль. А такой еще момент интересно. Что удалось понять, что такое хэндкрафт за 2,5 месяца? И как сейчас отпишешь вот это вот понятие, да? Хэндкрафт, да. Сейчас понятие в этом плане. Раньше мы пришли, и все такие, типа, да, это ручная работа, ручная академическая стрижка. Но это было как бы
все это, грубо говоря, вот оно, все в тетради, здесь прям написано, ручная академическая стрижка, и все с таким понятием, ну, ручная академическая стрижка. На самом деле, хендкрафт – это целая культура, это воспитание в человеке всех, вот все мастера хендкрафт, которые сюда попадают, это воспитание в людях правильной работы, именно не то, что там на ножницах, не на ножницах, нет, само воспитание хендкрафт, само понятие хендкрафт, это о том, что как превратить из простой формы, сделать, выточить прям идеал. Это нас заставляет болеть перфекционизмом. Мы начинаем, как бы, вот, Юра вот к этому прям стремился, что люди, вы должны прям заболеть, это прям болезнь должна быть у вас, что вы должны просто взять и вот, не просто пришел клиент, ты его застриг, все, свободен, все, вот там, 200 рублей, спасибо, до свидания. А должен прийти клиент, и он должен, каком бы он там ни был, там, все люди как бы по-своему, красивые и некрасивые, но он должен выйти от тебя таким, чтобы его, когда люди встречали, задавали вопрос, ты где так, кто тебя так подстриг, кто тебя так сделал. Сама философия, она именно вот увидеть баланс, увидеть хендкрафт – это целая культура, которая заставляет задуматься о том, что на самом деле надо вернуться к истокам парикмахерского искусства, что красота, она не наводится, понятно, что так проще, так легко взять машинку и отсечь все ненужное, но надо думать в первую очередь о людях, что надо видеть в человеке форму, надо увидеть в каждом человеке его красоту, как-то создать ему красоту. Вот что такое хендкрафт на самом деле, а не... Причем создать не просто грубую форму, а надо создать так, чтобы она была настолько идеальна, чтобы человек на следующий раз сказал, куда бы ни пошел, если вдруг ты уехал или не смог ты его принять, чтобы он на следующий раз сказал, нет, я пойду лучше вот к мастеру, к этому и больше никуда, потому что этот мастер знает, что делать со мной, а не голову, ну, проще говоря, взять и отсечь все ненужное. Мы не отсекаем все ненужное, мы наоборот создаем. Создаем красоту, вот что такое хендкрафт. А как раньше было понятие, ну, ручная академическая стрижка. Да, ручная академическая стрижка, но ручная академическая стрижка, она, ее можно и в любой фазанке преподать. Она так и преподается, там не обязательно машинка вас будет учить в любой парикмахерской, ну, грубо говоря, академии. Так. Здесь само понятие, что как создать ручной академической стрижкой, стрижкой красоту. Вот что такое хендкрафт на самом деле. И сейчас это, конечно, доходит, скажем честно, столько программ интересных, здесь столько патентов Юра, который заложил в эту программу, и на самом деле много интересных таких открытий, которые он здесь показывает, он выдает, говорит, пожалуйста, вот, я вам рассказываю, как сделать. Ты понимаешь, насколько тот же самый квадрат, насколько он может быть многогранным, что это не просто квадрат, что из квадрата можно сделать такую форму, что люди будут видеть и видеть не просто человека, а видеть, они будут видеть красоту. Я так вот, я немногословно не могу так быстро мыслить, формировать. А после этого обучения машинку с насадкой в руки возьмешь? Машинку с насадкой? Я думаю, нет, наверное, потому что машинкой я и не умел, скажем так, пользоваться. Теперь умею ножницами пользоваться. А машинкой я и не умел пользоваться никогда. Так что, не, навряд ли, наверное. Такой еще момент, вот интересен момент вспомнить, как вообще ты решился сюда поехать. Все-таки сумма не маленькая, да? Вот что сподвигло тогда вот это сделать? Ой, это целая история. Я сначала, скажу честно, я когда... Это было... Каждый свой шаг я сначала обдумываю, что я делаю, как я делаю, для чего я это делаю. А тут у меня произошли в жизни так перемены, и я сам не понял. Я чего-то хотел... Я когда поехал, я даже не понял, куда я поехал. Я скажу честно, я даже вот для меня это было... Куда я... Я еду учиться на парикмахера, вот у меня было понятие. Это потом до меня дошло, что я не еду учиться на парикмахера. Это совсем две разные вещи. Я когда поехал...
когда принимал решение поехать сюда, у меня были мысли о том, что я сейчас поеду. А, тем более еще, когда я увидел вот эти, типа, хэндкрафт, там, у нас такая программа, у меня было такое понятие, я сейчас поеду, приеду, там, барбершоп куда-нибудь воткнусь, буду барбером, сейчас по-любому, что там за месяц учат там в Москве, там были предложения, для чего, ну, тут 2,5 месяца, по-любому больше дадут такой информации. Это потом до меня вот пришло осознание, что нет, я не туда попал, это не то, здесь намного лучше, здесь намного круче. Это не, грубо говоря, так, не тупо взять машинку и стоять, намусоливать, это взять правильный инструмент, прямой инструмент, и прямыми руками работать, вот что это означает. И поэтому я когда сюда приехал, я сказать честно, я первую неделю прям растерялся, я думал, блин, что-то не то. А потом, да, стало все доходить, стал все понимать, и я понял, что это лучше намного. Мое понятие было сюда приехать, я что-то хотел в жизни поменять, я сам не понимал, что хотел в жизни. Просто появились деньги, я решил поменять что-то в жизни. Думаю, все, я устал от старых профессий, которые я их никогда не любил. Меня интересовало, вспомнил, что когда-то меня в детстве интересовало вот. Почему бы не заняться в сфере красоты, бьюти-красоты, короче. Вот. И когда я сюда приехал, я понял, что я попал в правильное место. Назовем все своими именами. Ну и последнее, наверное. А вы жили вместе, я так понимаю, где-то рядышком все, в каком-то доме или как это было? Нет, я вот жил отдельно, но я так скажу, вот группа лиц, у нас жили совместно, им было проще, они как-то общались, у них какие-то они нюансы обсуждали, они такая у нас команда, они так как бы вместе сплотились. Конечно, если бы жили вместе, я жил в Сочи у друзей, но так вот сказать честно, если бы я жил бы здесь, во-первых, рядом с академией, побольше времени, ну я так думаю, вот так. Сейчас понимаю, что и у них тоже времени не было. Но на выходных они могли где-то собраться, обсудить какие-то нюансы, какие-то вопросы. Конечно, если вот Для следующих курсов, то я вам просто посоветую. Так, март месяц начинаются следующие курсы. Здесь можно будет снять не за большие деньги, поверьте, нормальный домик для большой команды. Лучше большой командой вместе быть, потому что какие-то спорные нюансы, какие-то где-то что-то как-то вспомнить, где-то взять домой болванов, там толпой постоять, почесать их, поговорить, постричь, где-то какие-то оттяжки, протяжки, отчесы, где можно это все толпой обсудить. Лучше, конечно, вот для следующей группы, я говорю, лучше все вместе жить. Вот сейчас, конечно, я жалею, что мы так это раздельно. Хотелось бы жить вот группой, чтобы общаться все. Ну, у нас не сезон, не тот сезон. Следующие курсы начинаются, Юра продумал правильно, когда приезжать. Время. И тогда самое-самое последнее. Роман, опиши, пожалуйста, в 3 словах, ровно 3 слова, себя до и себя сейчас. Блин, какой вопрос. Просто вот 3 слова про себя, когда ты до этих курсов, и 3 слова про себя сейчас. Без понятий. Человек без понятий. Нулевой и неподготовленный. Сейчас владеющий информацией, с чуть-чуть поставленной рукой, надо нарабатывать, все равно нарабатывать, и с планами на будущее. Вот, про планы еще забыл спросить. Какие? Планы на будущее? Я все-таки не знаю, как сейчас экзамены, как там Юра там. У меня, конечно, экзамены на будущее, продолжать работать с Юрием, и в будущем, я думаю, буду продолжать работать в этой технике, потому что, как по уверениям, как мои друзья мне писали и голосовые сообщения отправляли, в нашем городе этого нету, как бы для нашего города это будет в новинку все это. Я думаю, что в нашем городе должно пойти.
и пойдет. Как бы есть уверенность в том, что я свою нишу займу в нашем городе, что у меня будет своя ниша продвижения. И последний можешь привет передать городу своим кому-то. Благовещенск, Амурская область. Всем привет, спасибо, кто смотрел, кто, а также семье из Актау, которые тоже за меня болели. Да и вообще всем большое спасибо, кто болел за меня. Ну, не удалось, не получилось. Но я думаю, что в жизни все поменяется. Жизнь, она такая, что если ты задал себе ракурс подсознательно, оно всю жизнь поменяется. Всем привет. Академия Хэнкрафт самая лучшая. Приезжайте, учитесь. Бай Рижданов просто молодец. Все.